Продолжаем делать ремонт. В прошлый раз клеили обои, до конца не доклеили. Потому что пришли к выводу, что надо переснимать дверь, чтобы открывалась она в другую сторону, потому что выключатель почему-то вот сделали вот там. Ну, это не особо удобно, то есть открываешь дверь и выключатель закрыт. Вот, с этой стороны вот такие будут обои у нас. Вот. А здесь вот окно муж сделал откосы из гипсокартона. Вот здесь вот была пустота, ничего не было. Оттуда тоже дуло жутко. И на полу пеной запенил щели. Теперь вот срезает. Купили вот такую плиточку. Потолок будем клеить. Потолок тут тоже старый. В общем, комната потихоньку преобразовывается. Начался процесс клейки потолка. Решили взять плитку такую, потому что потолок очень неровный. Здесь непонятно, что было набито, куски фанеры. Поэтому решили взять вот такую плитку. Самое простое, самое дешевое. За 104 рубля квадратный метр и самый простой клей. Ну, он, конечно, не дешевый, 222 рубля, да? Нет, этот 105. А, этот 105. Да. Пол-литровая баночка клея для вот такой плитки. Написано нанести клей и держать 2-3 минуты, а потом только клеить, чтобы он загустел. Ну, дальше будет видно, что будет получаться. Приклеим потом плинтус, спрячем этот провод, повесим нормальную люстру, а не лампочку. И будет красота. В дальнейшем все увидите. 10 часов вечера, а мы мастерим. Муж приехал с работы, переделывает косяк дверной, чтобы дверь открывалась налево. С той стороны налево. Вот так. Ну да. Это направо получается. А вот мы продолжаем клеить обои. Все тут заняты. Дочь клеит обои. Эту сторону поклеили. Чуть-чуть поклеили потолочную плитку. Вот, ждем, когда сделается дверной проем, чтобы доклеить здесь обои. И теперь в эту сторону пошли клеить обои. Вот уже два листа поклеили. Такие дела. Отмеряем. Подняли выше коробку, потому что очень низко она была и цепляла пол. Мы хотим постелить сюда линолеум, ну и ковер, чтобы дверь не цепляла. Зачем тебе кисточка, Вова? Все при делах. Так комната немного меняет свой вид. Шаг за шагом. Остались мелочи. Чуть-чуть поработали. Это наш ужин. Как работали, так и ужинаем. Да, Вовчик, у тебя цвет свитера, цвет совка. В этот раз купили поролон, потому что было спать очень холодно. В прошлый раз мы спали на полу, постелили одеяло, пледы. В этот раз купили поролон. Сегодня посмотрим, как ночь пройдет. Вот такой вот у нас ужин, потому что плиты еще нету, ничего нету. Пока мы все сделаем. Так. Да нет. Мы быстрее, ребята, да, Вовчик? Нет.